заданием ни в коем случае не допустить, знаете, вот потери тех контактов, связей, которые десятилетиями нарабатывали не самые глупые, не самые плохие люди и в Эстонии, и в России, для того, чтобы мы действительно представляли бы собой вот какое-то целостное общество. Мой вопрос. Чем мы можем вам помочь сегодня? Это при том, что, конечно, у нас почти по всем вопросам у каждого собственное мнение. Мы не всегда понимаем друг друга, не всегда договариваемся. Но мы все хотим одного. Мы не хотим, чтобы, понимаете, вот дураки и вообще безобразие брало бы верх в отношениях между нашими странами. Спасибо. Это правда. Спасибо вам большое за предложение помощи. Ну, во-первых, конечно, читайте нас, слушайте, смотрите, принимайте участие в наших мероприятиях, рассказывайте о нас своим друзьям, коллегам, недругам, просто знакомым, соседям, приводите к нам, вы пенсионер, я полагаю, у вас, наверное, есть взрослые дети или племянники, приводите их к нам, чтобы мы разговаривали с разными поколениями. Они все за границей. Везде, вопреки тому, что о нас пишут и многие эстонские СМИ, и вообще западные СМИ, мы приходим с миром. Наша цель – рассказать и объяснить, что делает наша страна, почему она это делает, и попытаться вообще разговаривать. И мне кажется, это очень-очень важно. Если мы будем разговаривать, если вы будете нас слушать, вы будете принимать участие в этих беседах, спорить с нами, опровергать или, наоборот, прислушиваться, пора...